22 миллиона рублей. Именно столько требует житель Кемерово за халатность врачей. Сегодня в Центральном районном суде состоялось очередное слушание по делу о смерти новорожденного ребенка. Мы уже рассказывали о том, что Константин Лужков подал иск на областной перинатальный центр. В апреле этого года у его жены тяжело прошли роды, но реанимационная помощь не была оказана вовремя. Официальная причина смерти младенца – порок сердца. Однако адвокат семьи Лужковых утверждает, медицинская карта ребенка переписана, смерть можно было предотвратить. Кроме того, пострадавшие имеют неоспоримое доказательство вины врачей. Роды были записаны на видеокамеру. Сегодня у нас было такое первое нормальное судебное заседание, то есть суд начал исследование доказательства. Сегодня оно было начато с пояснения сторон. К сожалению, перинатальный центр предоставил нам приказ о том, что они перинатальные закрыты на ремонт. И, соответственно, все доктора, которые находятся у них в штате, они на сегодняшний момент находятся в отпуске. Поэтому они не смогли обеспечить явку свидетелей. И мы сегодня вот разошлись.